Он не боится ответственности и на отлично справляется с поставленными задачами. Исполняющий обязанности сменного мастера участка листопрокатного цеха номер 5 Евгений Ильин стал лучшим в профессии по итогам месяца. На производство он пришел 28 лет назад, успел поработать в различных должностях, добился успехов в каждой из профессий, а также стал наставником для ряда молодых работников. Евгения Салахутдинова расскажет о передовике подробнее. Место работы исполняющего обязанности сменного мастера Евгения Ильина – отделочный участок листопрокатного цеха номер 5. Специалист отвечает за производственный процесс, который должен идти без сбоев. Также он обеспечивает выполнение поставленных перед бригадой задач. Качественно выпускать продукцию, которая у нас доходит до нашего передела. Сейчас мы конкретно находимся сейчас на отделочном участке, где вот конечный передел, где мы завершаем. Да, отделываем продукцию, то бишь распускаем ее на нужные веса, соответственно, выявляем это качество, проверяем качество продукции, пакуем ее и отгружаем. В ведении Евгения Ильина немало вопросов от наличия металла, очередности его загрузки до заказа вагонов в подготовую продукцию. Кроме того, сменный мастер отвечает за безопасность рабочих и за обеспечение их средствами индивидуальной защиты. Ну, основные обязанности – это выполнение производственной программы. А для этого это организовать коллектив, поставить правильные задачи, смотивировать на выполнение программы с неукоснительным, конечно, соблюдением охраны труда. Отделочный участок – один из самых больших в цехе. Конкретно под началом Евгения Олеговича 47 человек. Все они профессионалы своего дела. На специалистах отделочного участка лежит большая ответственность за качество выпускаемой в итоге продукции. Отделочный участок – это, так сказать, последний передел в цехе. Состоит из 6 агрегатов резки металла. Производительность зависит от поставленных задач. На данный момент у нас график ежесменный 1800-2000 тонн. Исполняет обязанности сменного мастера Евгений Ильин в течение последних 3 лет. А вообще на производство пришел 28 лет назад, после службы в армии. В 1995 году устроился в ЦРМО-3, где работал водителем. В 2002 году перешел в 5-й листопрокатный цех. Здесь успел поработать на самых разных должностях. Устроился упаковщиком на данный момент. Паковал металл, начал с этого. Далее уже выше стал бригадиром отгрузки. На данный момент я исполняю обязанности мастера. По итогам месяца исполняющий обязанности сменного мастера был признан лучшим по профессии. Эта новость одновременно удивила и обрадовала самого специалиста. Приятно, естественно. Ну, я не считаю себя здесь среди нас все лучшие, как бы. Каждый в своей профессии лучший. Ну, раз так решили, значит, наверное, достоин. Коллеги и руководители Евгения Олеговича отметили, это заслуженная оценка труда. Ну, являюсь непосредственным руководителем Евгения Олеговича. У него одна из самых слаженных бригад на участке. Каждый знает свою работу. Ну, мастер уже является такой точкой, который контролирует процесс, ну, смотрит за тем, чтобы все не сбоило, ну, и поддерживает этот процесс в работоспособном состоянии. Как человека, тоже с ним знаком лично, отдыхали и совместно в Ессентуках, знаком с его семьей, с его детьми. Кстати, с семьей Евгений Ильин старается проводить все свободное время. Она для него является источником вдохновения на свершение. У меня работа, у меня одно увлечение. Это 2 маленьких ребенка, одному 8, другому 5. Поэтому больше времени, естественно, уделяем им. Ну, естественно, выезжаем. Сейчас в последнее время стали на рыбалку вместе выезжать. Скучать не дают. И стареть тоже не дают. Евгения Салахутдинова, Алексей Витчинкин, телекомпания ТВН.